Так, ладно, видосик на память. Позади меня находится легендарная трасса Сочи Автодром. Еще буквально годик, и она станет гораздо меньше, чем сейчас. Я совершил глупость и пошел искать ребят не туда, но с другой стороны, наверное, это последний раз, когда можно вот конкретно по вот этой разгонной прямой пройтись. Ну и, в принципе, здесь пройтись. Дальше уже посмотрим, что будет с нами.